Я что-то просмотрела. Я смотрела тему, ну, вот, фестиваля и почему-то запомнила ее как поэты именно. Оказывается, зеркала. Сегодня я узнала. Вот, но... Поэты и есть зеркала. Вот, но поэты, поскольку есть зеркала, да, то поэтому, значит, я все-таки не промахнулась. И у меня песни, они вот как-то на тему около вот этого всего. Ну, либо про людей, которые что-то сочиняют, либо про сам процесс, наверное. Вот. И первая песня, это... Она называется «Песня автора». То есть я когда-то хотела сочинить роман, придумала персонажа, так его и не написала. Но одним из персонажей должен был быть сам автор, который иногда слезал там с дерева, откуда-нибудь выходил и вмешивался в процесс. Потом, значит, опять уходил, ну и продолжал дальше там как-то направлять действия. Вот. Поэтому вот песню, значит, автора я написала, тем не менее. Сиреневом дворике кружилась карусель. Зимним вечером сиреневом дворике кружилась карусель. Там каталась Лили Энн. Там каталась Лили Энн. Пришла за черту.